Могу взять ключи. Доброй ночи, мои хорошие. Сейчас времени 12 часов. Ну, наверное, минут 13 или 14. 1 11 января. 11 января. 2020 года. Что ж ты не закрываешься? Вот, закрылся. Я сидела, смотрела очень хороший фильм «Игры разумов». Не «Игры разума», а «Игры разумов». Это новый фильм 2019 года. Вот. Просто улетела. И потихонечку пила водичку, представляете? И потом так беру бутылку эту 6-литровую, а водичка закончилась. И вот в 1:00 ночи иду в магазинчик за... по воду, наверное, правильно, не за водой. И вы, мои хорошие, со мной. У-ху! Привет, Петербург! Сегодня я на улице не была. Получается, 10 числа вчера тоже. Вперед, мои хорошие. Такая сказочная ночь. Я рассказывала вам свою историю про свое детство. И мне начали писать. Я думаю, что-то правда я жестко, наверное, начала. Про брата. Ой, да в детстве столько всего было. Я думаю, что у многих. Просто, наверное, не все помнят. Я-то себя помню с года. Помню, как я стою в манеже, а там на кровати лежит какой-то человек. Ну, в общем, я проснулась и встала так в манеже, стою, и всегда дома была мамочка. А сейчас какой-то человек лежал на кровати. Вот, мы жили без отца, потому что отец сидел. В общем, мама ездила к нему на свидание в тюрьму. Забеременела братом. Вот, потом его выпустили, она забеременела мной, и он снова сел, подрался с каким-то чуваком. В общем, так у меня был борец за справедливость. Мой сыночек, который третий, первая у меня дочь Ирина, ей сейчас 28 лет, второй у меня Осман, ему сейчас 24 года. Третий у меня Соломон. Ему сейчас 21 год. И четвертая у меня Катерина. Ей сейчас 16 лет. Вот, так третий сын, Соломон, у меня тоже, как мой отец, борец за справедливость. Он живет в Ливане. Женился на ливанской девочке. Вот. И они там где-то выехали куда-то в горы, еще что-то. И он заступился за какую-то ливанскую девушку. Там парень что-то на нее сказал, или я не знаю, в общем. Вот. И загремел в тюрьму. Он с этим парнем подрался. Он у меня вообще борец за справедливость. И загремел в тюрьму, короче, на 3 месяца. В общем, весь своего деда, моего папу.
На улице ветерок и морозец, кстати. Я бегу в магазинчик за водой. А, по воду, как мы уже с вами договорились. Снимаю этот куст. Как классно, что нету людей. Хотя я люблю, но вот чего-то мне сегодня очень-очень хорошо без людей. Прислала мне знакомая клип Аверина, и почему-то мне так понравилось. Я просто сидела и смотрела на эти волны, как собачка бежит. Вспомнила своего пса Лорда, который был у меня в Ливане. Когда я уехала из Ливана, мой Лорд на следующий день сбежал. Представляете? И так его и не нашли. Такая охотничья огромная собака у меня была. Когда я его купила, он так чуть ли не помещался в ладошке. Нет, но больше, конечно, он был такой крупненький комочек, как медвежонок. Я ему чистила зубки 3 раза в день, купала его. Вот. И когда он вырос уже большой, он так подбегал ко мне, ставил мне передние лапы на плечи. Говорил: мама, мама. Вот. И слушал только меня. Все команды абсолютно выполнял. Вот пришла я в Дикси, мои хорошие. А Дикси закрыто почему-то. 24 часа написано. Прикол, что это значит? Что-то я не поняла. Просто она заела. Так, что я хотела? Водичку. Водичку. А работничек. Посмотрю, если есть водичка. Есть. Шишкин лес. И Агуша. Не хочется ни Шишкин лес, ни Агуша. Ну, придется, наверное, брать Шишкин лес. Вот так вот. Пока, мои хорошие.